Пока на Мозырщине официально признали и даже оплатили свое социальное иждивенчество только 3 человека. По республике эта цифра составила 420 белорусов. Напомним, основным критерием иждивенчества является количество трудодней. Их должно быть не менее 183 за весь 2015 год. Если такового количества не набралось, добро пожаловать в тунеядцы. Кстати, в знаменитый декрет будут внесены изменения. Так корректируется некоторое положение, увеличивается предел возраста детей с 7 до 10 лет, при воспитании которых гражданин признается участвующим в финансировании государственных расходов. Кроме того, местным советам депутатов планируется предоставить право освобождать граждан от уплаты соответствующего сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Сумма налога на тунеядство – 20 базовых величин. Оплатить придется весь период 2015 года. Сумма будет рассчитываться, исходя из размера базовой за прошлый год. До 1 октября всем так называемым тунеядцам придут уведомления, а до 1 ноября налог должен быть оплачен. Для тех, кто решит проигнорировать весточку от налоговой, предусмотрен штраф до 4 базовых величин или административный арест на 15 суток. Причем МВД обещает, что на сутках нарушителей обязательно привлекут к общественным работам.